Всем привет! В этом небольшом видео я покажу, каким образом правильно обновить ваш iPhone до iOS 18, которая вышла в понедельник 16 сентября. Это видео я записываю уже во вторник ночью 17 сентября. Сегодня покажу вам на модели iPhone 11. В моем случае на 128 гигабайт. Для того, чтобы успешно обновиться до iOS 18, нам необходимо, соответственно, соединиться с самим интернет-соединением по Wi-Fi и также позаботиться о том, чтобы в нашем телефоне было достаточно свободного места. В моем случае доступно 114 и 21 гигабайт. Как вы можете видеть, у меня установлено в данный момент iOS 17.6.1, которая уже не является актуальной, и сейчас мы обновим по воздуху. Нажимаем обновление ПО, ждем. И здесь очень важный ключевой момент. Смотрите, для тех людей, кто не хочет обновиться до iOS 18, у нас существует iOS 17.7, который содержит просто важное обновление и устранение ошибок. Но мы же с вами, естественно, будем обновляться до самой новой 18 версии, потому что в ней очень много изменений. Поэтому она находится вот здесь. Обновление до iOS 18. Нажимаем. И у нас появляется iOS 18, 3 гигабайта 46, прошивка весит. Здесь мы можем, допустим, нажать подробно, все это прочитать внимательно. В самой прошивке имеется примерно 250 новых функций, поэтому мы нажимаем обновить сейчас. Вводим пин-код вашего устройства. Происходит загрузка. Теперь нам необходимо согласиться с условиями и положениями обновления. Мы нажимаем «Принять». «Принять». Все. И теперь остается только дождаться завершения скачивания прошивки, и наш телефон обновится на самую новую прошивку iOS 18. Запасаемся терпением, наливаем себе кофе и ждем, как говорит нам iPhone, 7 минут. Наша iOS 18 скачалась, и сейчас телефон ушел в перезагрузку и обновляется до самой новой версии прошивки. Ждем окончания процесса. Итак, наш телефон обновился. Как мы видим, у нас появилось окно приветствия. И давайте его настроим. Вводим свой код-пароль. Обновление ПО завершено. Ваш iPhone обновлен до iOS 18.0. Продолжить. Аналитика. Здесь по желанию вы можете либо делиться с Apple, либо не делиться. Я выделяю не делиться. iPhone, добро пожаловать. Итак, заходим в настройки. Основные. Об этом устройстве. Все. Обновление у нас успешно установилось. В скобках мы можем видеть номер сборки 22А. 3354, что является самой последней сборкой и официальной на данный момент. Да, все. Появилась кнопка выключения и новое меню, которое можно настроить по-своему. Это главное отличие iOS 18 от 17 версии. О том, какие изменения у нас появились в iOS 18, если вам интересно, я оставлю специальную ссылку на сайт, где все подробно описано. На этом все. Благодарю за внимание.